Пекин постоянно меняется. Хозяин будущей Олимпиады привлекает туристов и инвесторов со всего мира. Можно решить, что это открытый и доброжелательный город, забывший о весне 89-го и убийствах студентов на площади Тяньаньмэнь. Но борьба за свободу и против диктатуры продолжается. Теперь она более незаметна. Она распространяется по проводам и кабелям, по беспроводным сетям. Интернет стал новым полем битвы китайских диссидентов. Яху по-китайски. Ли Ши-И устал. Он только что совершил длительное путешествие продолжительностью в 21 час из отдаленной провинции Сычуань в Пекин. Он приехал, чтобы рассказать о своем брате Ли Цзи, который уже 3 года находится в тюрьме за то, что критиковал режим в интернете. Его история – одна из сотен подобных в Китае. Жена брата работает в госучреждении. Эта история принесла ей массу проблем. Их сыну пришлось покинуть дом, теперь он ходит в школу в другом городе. Ему 8 лет, а было 5, когда отца посадили. Прошло много времени. Он очень скучает по отцу и все время спрашивает, почему они больше не видятся. Но Ли Цзи – необычный политзаключенный. Американская компания Yahoo посадила его в тюрьму. Он был одним из их пользователей, и они передали всю его личную информацию китайской полиции. Ли Ши-И решил записать послание, адресованное руководителем компании Yahoo и непосредственно Джерри Янгу, основателю китайского происхождения. Китайский суд признал его виновным. Но я знаю всю историю и уверен, что он не виновен. Во всем, что случилось с нами, виновата ваша компания. Я надеюсь, что вы измените свою политику, станете соблюдать законы, в вас проснется совесть. Надеюсь, что вы станете задумываться, прежде чем снова так поступать. Вы не должны лишать человека свободы. Ли Цзи не единственная жертва сотрудничества Yahoo с китайской полицией. Интернет-журнал «Шитао» получил 10 лет. Yahoo также донесло на киберактивиста Джиана Ли Джина. Они передали все его электронные записи властям. Мы встретились с Худжа, активистом борцов за права человека в Китае, чтобы узнать, как в Китае контролируют интернет. Когда он выходит на улицу, его практически постоянно преследуют. Машины, преследующие меня, становятся все более заметными. Вот та ездит за мной все утро. Сотрудники службы госбезопасности постоянно арестовывают, сажают в тюрьму и запугивают Худжиа. Они прослушивали мой телефон, чтобы узнать, чем мы занимаемся. Они просматривают электронные письма. Они проверяют даже коммуникаторы, все средства связи. Все под контролем. Они преследуют меня, чтобы узнать, с кем я общаюсь, куда хожу, с кем встречаюсь. Те люди в большом автомобиле, думаю, это сотрудники госбезопасности. Все зависит от дня, недели и обстоятельств. Если бы я пошел на встречу с американским дипломатом или на площадь Тяньаньмэнь, меня могли бы даже арестовать. Для Худжа интернет — это инструмент. За ним продолжают следить, пока он отводит нас в интернет-кафе, чтобы показать, как контролируют интернет в Китае. Например, запущу поиск в Гугле. Попробуем получить информацию о Тяньаньмэнь. Видите, заблокировали, доступ перекрыт. Когда я ввожу название Тяньаньмэнь, перекрывают даже выход в Google. Я думаю, что госбезопасность использует специальные программы, которые все блокируют, как только затрагиваются щекотливые темы. Видите, они могут даже Google тут заблокировать. Это очень сложные программы.
我想就是说从总体数量上来讲的话，中国至少有几十万的警察是躲在后面进行这种网络监控的。Чтобы их не заблокировали, подобные программы, такие контент-провайдеры, как Google, сами подвергают контент-цензуре в соответствии с китайскими законами. Microsoft закрыл те блоги, которые доставляли неприятности. Но Yahoo пошли дальше. Они стали сотрудничать с полицией, выдавая им информацию о своих пользователях. Если вы связаны с интернетом в Китае, вам не избежать тесной связи с режимом, который живет в страхе перед свободой, предлагаемой интернетом. А интернет — мощное орудие в руках диссидентов для распространения идей. Преимущество интернета в скорости. Чтобы сообщить что-то важное, мне достаточно сделать пару щелчков. Это позволяет передовым идеям распространяться быстрее и доставляет много хлопот компартии. Поэтому они ни перед чем не остановятся, чтобы перекрыть свободный доступ к интернету. Если госбезопасность хочет следить за конкретным человеком, им достаточно сообщить провайдеру, что этот человек опасен. Мы должны следить за ним. Самый незаметный способ — это оставить человеку доступ к интернету, но следить за всем, что он делает, на какие сайты ходит, с кем общается, какую почту он получает и отправляет. Так работает Yahoo. Китайский журналист Ши Тао отправлял за границу документы, подтверждающие, что официальная информация о событиях 89 года была искажена. Yahoo сообщили об этом в госбезопасность, а те использовали эту информацию для того, чтобы посадить Ши Тао на 10 лет. У компартии отсталый взгляд из прошлого века. Несмотря на экономическое развитие и на то, что страна становится более открытой, стиль правления не изменился за 60 лет. Теперь во время заседаний съездов обсуждаются новые технологии для того, чтобы не потерять силу и власть. Почти еженедельно издаются новые законы и положения, ущемляющие свободу слова все больше и больше. Власти отказываются признавать тот факт, что в тюрьмах сидят интернет-пользователи, но открыто угрожают всем, кто использует интернет как свободную трибуну. У нас есть законы, позволяющие контролировать интернет. Но мы бы предпочли, чтобы интернет-компании сами следили за своими пользователями. Мы контролируем интернет так же, как это делают в других странах. Мы пристально наблюдаем за происходящим в других странах и делаем соответствующие выводы, базируясь на опыте других стран. Китай действительно пользуется опытом других стран по контролю над интернетом. Существует негласная договоренность. Доступ к огромному числу потребителей в обмен на сотрудничество. Му Сяопин — адвокат. Он один из немногих, кто защищает инакомыслящих. Папки с делами высятся в его офисе близ запретного города. Уже очень много жертв Yahoo в Китае. Ши Тао не единственный, кого Yahoo сдали полиции. Есть еще многие другие. У меня есть их имена, но, простите, я не могу разглашать информацию о клиентах. Yahoo — американская компания. В Гонконге у них свое отделение. Это не китайская компания. Они не подчиняются китайским законам. У них есть выбор. Если китайские законы идут вразрез с правами человека, например, свободой слова, Yahoo может не подчиняться такому закону. Yahoo
Гонконг — бывшая британская колония, возвращенная Китаю в 1997 году. У него особый статус, благодаря чему тут больше свобод. Например, можно говорить на мандаринском диалекте, который правительство считает угрозой. Поэтому Китай отгородился так называемым «великим китайским фаерволом». Большинство гонконгских сайтов на китайском недоступны на территории Китая. Чарльз Мок — первопроходец интернета в Гонконге. На протяжении 14 лет он помогает крупнейшим сайтам обустроиться тут. Этот инженер знает все о программах, которые используют китайцы для закрытия интернет-пространства. Нам известно, что технологии, используемые китайским правительством, чтобы не дать доступ к определенным сайтам в Китае, становятся все более изощренными. Они не основаны на статичной информации, как-то IP-адрес, но могут легко приспосабливаться, основываясь на словах или самом контенте. Так что они меняются и легко приспосабливаются к изменениям в новостной среде. Но очень часто мы замечаем, что эти технологии американские, так как американские компании продают их Китаю. Недавно компания Cisco заявила, что продает одинаковые технологии как китайскому, так и американскому правительству. А как уж они используются, это не вопрос Cisco. Теоретически, гонконгские компании защищены правовой системой, оставшейся от британцев. Но экономическое давление со стороны Пекина иногда сильнее и вынуждает компании, базирующиеся в бывшей колонии, сотрудничать явно или незримо с полицией. В гонконгском парламенте есть несколько продемократических представителей, которые пытаются противостоять указам из Китая. Наиболее известный активист — Эмили Лау. Она член правового совета и как кость в горле Пекина уже 10 лет. Она борется за свободу в интернете. Мы должны проявлять беспокойство, потому что мы часть Китая. Что случилось там, может случиться и здесь. Китайское правительство проклинает меня более 10 лет. Так что одному Богу известно, что может случиться со мной или с другими людьми, другими диссидентами. Поэтому мы принимаем близко к сердцу изменения в остальном Китае. Мы хотим увидеть демократический и свободный Китай. Еще я думаю, что вопросы, связанные с правами человека, со свободами, универсальны. Для этих понятий нет границ. Люди во всем мире должны иметь возможность высказываться. Поэтому я бы не стала это рассматривать как вмешательство во внутреннюю политику Китая. Первой целью Эмили Лау является Yahoo и их сотрудничество с китайской полицией. Она организовала комиссию с целью провести расследование об участии американской компании в процессе против Ли Цзи и Ши Тао, но Yahoo отказались прибыть и дать показания. Их посадили в тюрьму на 10 лет. Это слишком много за то, что мы с вами делаем каждый день. А американцы, которые ежедневно хвалятся тем, что они дорожат правами человека, свободой, соблюдением законов, а потом так поступают, вступают в сговор с китайскими властями и отправляют невиновных ребят в тюрьму. Это очень, очень плохо. Yahoo основали штаб-квартиру в Гонконге, но после данного происшествия они перекрыли доступ и отказываются давать объяснения членам парламента и прессе. Мы пытались несколько раз связаться с их руководством, но они нам так и не ответили. Поэтому мы решили приехать в это здание в центре делового Гонконга. Тут штаб-квартира Yahoo. Мы бы хотели встретиться с Паулин Вонг. Минуту. Здравствуйте. Мы пытаемся встретиться с Паулин Вонг. Подождите, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Паулина, тут журналист вас спрашивает.
Простите, сегодня ее нет в офисе, так что... Вы же только что с ней говорили. Это не она, это ее... Но вы сказали Паулина, я все слышал, это была она. Нет, это не она. Неужели? Да. И кто же это был? Я? Нет, с кем вы говорили? Это была ее коллега, соседка по кабинету. Да? Да, так что ее нет сейчас в офисе. Когда она вернется? Я не знаю. Ее коллега сказала, что ее нет сегодня в офисе. Привет. Здравствуйте, простите, но тут снимать нельзя. Мы бы хотели поговорить о случаях с Ши и Тао и о китайских... Я слышала об этом. Вот что можно сделать. Направьте свои вопросы. Я уже это делал, а теперь не уйду из этого офиса, не поговорив с Паулиной. Устройте мне встречу, а если ее нет, то могу приехать потом. Давайте договоримся о встрече. Но я не могу. После обеда. Не могу. Устроить встречу очень сложно? Я бы рада вам помочь, но я не знаю ее расписание. Если честно, я не хочу звонить руководству. Вы можете устроить встречу? Простите. Давайте договоримся о встрече с ней. Простите. Да. Что такое? Вы вызвали охрану? Мы не можем сейчас назначить вам встречу. Клуб иностранных корреспондентов. Всем журналистам, которые пытались связаться с Yahoo, отказывали подобным образом. И клуб иностранных корреспондентов в Гонконге подал официальную жалобу на отношение американской компании. Их комитет по правам человека во главе с Фрэнсисом Мориарти натолкнулся на стену безразличия. Yahoo дали очень короткий ответ. Мы соблюдаем законы государства. Если у вас какие-то вопросы, обращайтесь в Штаты. А из Штатов вас отфутболят обратно. Сюда, в Китай. И так бесконечно. Все это большой позор для Yahoo. Их безразличие непонятно. Есть целая группа наблюдателей. Раньше они базировались на сервере Yahoo. Но когда открылись подробности этих дел, того, как поступает Yahoo, то многие участники были встревожены, и было принято решение уйти с сервера Yahoo. И теперь эта группа переместилась на французский сервер. Идея бойкотировать Yahoo находит поддержку в интернете. Британская ассоциация печати рекомендовала своим членам использовать иные аналогичные сервисы. Существуют блоги, призывающие к бойкоту, петиции, воинствующие интернетчики в шоке от действий калифорнийской компании. Ян Шам в Гонконге редактирует известный блог, посвященный свободе самовыражения. Для нее случай с Yahoo явился поворотной точкой в истории интернета. Проблема с Yahoo настораживает. Они не извинились, не сделали заявления, не сообщили ничего. Например, что более так делать не станут. Вот так вот, спасибо. Думаю, проблема больше, чем в Yahoo и Ши Тао. Думаю, гораздо больше народа в тюрьмах в Китае, обвиненных подобным образом. Так что мы можем поделать с этим? Мне кажется, люди не представляют себе, что значит жить в Китае. Я и сама слабо представляю, хотя была в Китае. Люди должны понимать, что это не свободная страна. Новости сообщают о развитии Китая. Инвесторы хотят денег. Китаю буквально создают новый образ. Рекламные кампании рассказывают, что это добрый великан, великое китайское экономическое чудо. Китай понимает, что чтобы их экономическое чудо имело успех, необходимо поработать над имиджем, и они этим занимаются. Через 17 лет после событий на Тяньаньмэнь мир видит в Китае землю обетованную для бизнеса. Да и в прессе Китай переместился из политических новостей в раздел бизнеса. Но в Соединенных Штатах не все относятся к этой империи как к безобидному гиганту.
В Вашингтоне дела Ши Тао и Ли Цзи возмутили группу конгрессменов, которые наблюдали за соблюдением прав человека в Китае. Теперь у политиков есть юридическое основание для действий, так как в деле замешана Yahoo с головным офисом в Калифорнии. После известий о сотрудничестве с Пекином представители компании, а также их конкуренты были вызваны для дачи показаний. Конгресс ищет возможность заставить их применять одинаковые стандарты повсеместно, будь то на территории США или за ее пределами. Господа, прошу вас встать для дачи клятвы. Поднимите правую руку. Клянетесь ли вы под присягой в данном помещении говорить правду о том, что вы знаете и чему верите? Да. Начнем наше заседание. Официальное слушание и невнятное объяснение со стороны Yahoo. Продолжайте, пожалуйста. Дело Ши Тао поднимает серьезные вопросы о соблюдении прав человека. Важно озвучить факты. Когда Yahoo Китай в Пекине запросили предоставить информацию о пользователе, которым, как мы позже узнали, был Ши Тао, у нас не было информации о том, кто этот пользователь и что это за расследование. При получении запроса от сил правопорядка мы должны подчиняться. Неподчинение властям в Китае может означать для Yahoo Китай и его сотрудников возбуждение уголовных дел против них и даже арестов. Перед американскими компаниями стоит выбор – либо подчиняться китайским законам, либо уходить. Господин председатель, мы понимаем, что сейчас непростое время для бизнеса. Том Лентос, председатель Совета Конгресса по правам человека. Мы показали ему послание брата Ли Цзи. Конгрессмен-демократ хочет, чтобы Штаты приняли закон, заставляющий американские компании уважать права человека. Присутствие Yahoo и подобных компаний в Китае, безусловно, хорошо. Но вопрос в том, должны ли они, как стадо овец, беспрекословно подчиняться тоталитарному режиму. Я убежден, что не должны. Это сравнимо с тем, как IBM и прочие говорили, что они вынуждены следовать нацистским законам во времена Гитлера. Вы не должны сотрудничать. Есть масса вариантов. Для этого фильма мы попросили о встрече с руководством Yahoo в Калифорнии. После долгого молчания пришел такой ответ от Мэри Осака из отдела по связям с общественностью. Yahoo не станет комментировать данный вопрос. Для репортеров без границ такое молчание неприемлемо. Поэтому двое из них решили отправиться в Калифорнию. Они привезли с собой запись послания брата Ли Цзи и хотят убедить Yahoo изменить свою политику. Мы уже несколько лет пишем Yahoo в надежде, что они почувствуют ответственность за происшедшее. Но ответа нет. Yahoo безразлично то, что мы говорим. Поэтому мы приехали сюда, чтобы лично доставить послание. Только так есть надежда, что нас услышат. Мы находимся у штаб-квартиры Yahoo. Это те два большие здания, друг напротив друга. Мы попробуем поговорить с сотрудниками Yahoo и показать им видео, привезенное из Китая. Простите, можно вас на минутку? Минуту. Не могу сейчас. Вопрос всего двух минут о деле Ли Цзи и Ши Тао. Это ничего личного против вас? Поверьте. Нет, я понимаю, но я опаздываю. Только посмотрите видео, это займет минут 10. Я опаздываю, спасибо. Ладно, хорошо. Извините, вы работаете в Yahoo? Да. Можете уделить 2 минуты? Я не согласен с тем, что вы говорите. Вы утверждаете, что китайское правительство разрешает MSN и Google оперировать изнутри страны. Нет, извините. Ну, хорошо. Извне
Gmail или Microsoft Mail расположены в США, что делает более сложным китайским властям что-либо получить, в то время как ваша компания представлена внутри Китая, что дает больше возможностей режиму оказывать давление. Понимаете? Я вижу, что вы не совсем представляете внутренние правила, как работают интернет-компании. От себя скажу, что был бы рад, если бы Yahoo и прочие компании, работающие на китайском рынке, объединились против методов работы китайских властей и нарушения прав человека. Через несколько минут появились люди из службы безопасности и прервали общение. «Ребята, у вас нет разрешения, поэтому вы либо отойдете на тротуар, либо мы будем вынуждены вызвать полицию. Но я только хочу, чтобы она сказала мне лично: «Нет, у вас есть только два варианта». Она даже не хочет выйти и сама сказать мне, что не хочет отвечать. Еще раз повторяю, у вас есть два варианта. Или вы сами уходите, или мы вызываем полицию». Репортеры без границ все-таки получили разрешение на общение на тротуаре. 10 лет назад Yahoo была молодой, начинающей компанией. Они были пылкими защитниками свободы самовыражения, свободы предпринимательства на тогда еще не освоенных просторах интернета. Сейчас у компании есть собственный рекламный щит на Times Square в Нью-Йорке, целый ряд торговых марок и первоклассные компании по рейтингам NASDAQ и Wall-Street. Это символ их успешности, и неважно, если ради горстки лишних долларов бывший новичок отправляет своих клиентов в тюрьму. Фильм озвучен компанией «Видеопродакшн» по заказу канала 24Док. Они прослушивали мой телефон, чтобы узнать, чем мы занимаемся. Они просматривают электронные письма. Они проверяют даже коммуникаторы, все средства связи. Все под контролем. Они преследуют меня, чтобы узнать, с кем я общаюсь, куда хожу, с кем встречаюсь. Те люди в большом автомобиле, думаю, это сотрудники госбезопасности. Все зависит от дня, недели и обстоятельств. Если бы я пошел на встречу с американским дипломатом или на площадь Тяньаньмэнь, меня могли бы даже арестовать. Для Худжа интернет — это инструмент. За ним продолжают следить, пока он... И они передали всю его личную информацию китайской полиции. Ли Ши-И решил записать послание, адресованное руководителем компании Yahoo и непосредственно Джерри Янгу, основателю китайского происхождения. Китайский суд признал его виновным, но я знаю всю историю и уверен, что он не виновен. Во всем, что случилось с нами, виновата ваша компания. Я надеюсь, что вы измените свою политику, станете соблюдать законы, в вас проснется совесть. Надеюсь, что вы станете задумываться, прежде чем снова так поступать. Вы не должны лишать человека свободы. Ли Цзи не единственная жертва сотрудничества Yahoo с китайской полицией. Путешествие продолжительностью в 21 час из отдаленной провинции Сычуань в Пекин. Он приехал, чтобы рассказать о своем брате Ли Цзи, который уже 3 года находится в тюрьме за то, что критиковал режим в интернете. Его история — одна из сотен подобных в Китае. Жена брата работает в госучреждении. Эта история принесла ей массу проблем. Их сыну пришлось покинуть дом, теперь он ходит в школу в другом городе. Ему 8 лет, а было 5, когда отца посадили. Прошло много времени. Он очень скучает по отцу и все время спрашивает, почему они больше не видятся. Но Ли Цзи — необычный политзаключенный. Американская компания Yahoo посадила его в тюрьму. Он был одним из их пользователей. Пекин постоянно меняется. Хозяин будущей Олимпиады привлекает туристов и инвесторов со всего мира.
Можно решить, что это открытый и доброжелательный город, забывший о весне 89-го и убийствах студентов на площади Тяньаньмэнь. Но борьба за свободу и против диктатуры продолжается. Теперь она более незаметна. Она распространяется по проводам и кабелям, по беспроводным сетям. Интернет стал новым полем битвы китайских диссидентов. Яху по-китайски. Ли Ши-И устал. Он только что совершил длительное пути. Интернет-журнал «Шитао» получил 10 лет. Яху также донесло на киберактивиста Джиана Ли Джина. Они передали все его электронные записи властям. Мы встретились с Худжа, активистом борцов за права человека в Китае, чтобы узнать, как в Китае контролируют интернет. Когда он выходит на улицу, его практически постоянно преследуют. Машины, преследующие меня, становятся все более заметными. Вот та ездит за мной все утро. Сотрудники службы госбезопасности постоянно арестовывают, сажают в тюрьму и запугивают Худжиа.